Яндекс.Такси не собирается поднимать цены? Итак, всем привет! С вами Мысли Джонни, и сегодня бы хотел поговорить с вами об интересных новостях от Яндекс.Такси. Итак, ссылку я вам прикреплю для изучения данной статьи, данной новости. И о чем она вкратце расскажу, что недавно ФАС сделал замечание Яндекс.Такси о том, что у них поступило жалобы, 300 жалоб всего, 300 жалоб о том, что люди жалуются о подорожании такси. Все-таки Яндекс.Такси ответила и сказала, что мы следим за этим, мы понижаем стоимость. Я думаю, многие сейчас заметили понижение стоимости заказов. Кстати, напишите комментарий, у кого в городах вы заметили самый большой спад именно в стоимости заказов и доходов у водителей. Скажу вкратце, как они это сделали. Они просто снизили цену для клиента, но вопрос в том, что, а как это отразится на доходе именно самого работника, именно таксиста?